А без ринговки вначале не хотела ты походить? Ага, так вроде ходит. Ага, ага. Я сейчас просто думала, думаю, если правда Андрюшка поедет, думаю, что их это самое, здесь какой-то Любе. На, блин. Мне кажется, их надо будет продавать, они не очень красивые. Продавать надо и все. Только надо видяшки выставить там это самое. На Фейсбук. Пойдем. Ну, попа выше головы. Так у него сейчас возраст такой. Да ладно. Ну так да, у них такое бывает. Обязательно возраст указывай на видео. Просто слабые связки. Пойдем. Туша, замолчи, а? Ты чё? Же не кричи ничего, когда я со щенком. Пусть стонет. Я от книжки-то тогда, помнишь, я тебе говорила, подкладывала? Угу. Чтобы они не шагали вперед и не садились, когда вот маленькие собачки. Четыре минуты осталось. А что такое 4 минуты? Я не знаю. Зарядник или что? Не знаю. Нам-то этого хватит. Нам-то выше крыши. Наверное, не зарядник, а место, наверное, 4 минуты. Потом можешь как бы подвести и мне на камеру, я увеличу голову, покажу. А то у меня Ольга вот даже в этот раз задала этот вопрос. На скорее. А прикус моему показывали или другому? Нет, другому. Давай сейчас покажи прикус. Он там не подавился? Нет, не. Возьми на колени. Что там можно снять-то? Не любит это делать.